Всех приветствую на своем канале, и сегодня посмотрим демку игрушки под названием White Water. Погнали! Так, спрогрузились, и что-то мне кажется, что весенние горы должны выглядеть как-то немножко по-весеннему, что ли? Почему тут все в снегу? Хотя, если на самом деле брать, то вверху, на вершинах гор, то оно как раз-таки все заснеженное. Так что, наверное, все логично, все правильно. Так, водичка у нас плещется, графика у нас, в принципе, пока нормальная. Погнали, что, будем пробовать? Так, поснеслась. И первое отличие, которое мы видим от каяка, тут есть течение. Мать его, течение, ты смотри-ка. Блин, застрял почти. Ух, тут корпусом надо работать. Работай корпусом, как в боксе называется. Вот, тут есть течение, а сменяемое спокойным... размеренным, спокойной стоячей водой, да? И вот опять течение. Короче, вот это вот суть геймплея. Корпусом не забываем работать. Это все работает, походу. Да. Ну что могу сказать? По первому впечатлению прям вообще ништяк. Я думал, чем каяк может удивить? Ай, прям страшно! Страшно прям! Ля, завихрушка крутая. Ништяк. Слушай, ощущение, как по-настоящему как будто плыву. Я как опытный байдарочник, который проходил, наверное, примерно 0 раз на байдарке, участвовал 0 раз в походах вот этих всех туристических ваших, да, я могу сказать, чел, у которого нет опыта вообще в этом, ну, чувствуется классно, по первому впечатлению. Пока что вот просто ощущается вот это вот, вот эти вот, прям вот чувствуешь, да, как будто вот, блин, этого нет, но ты в виртуале это ощущаешь. Ладно, погнали, посмотрим, что дальше будет. Прям пока нравится. Ожидал худшего, если честно, ребят. Я думал, что в каяке тут уже... Да, блин, вот видишь, вот эти завихрушки, блин, меня постоянно сбивают. Ну-ка. Давай, выплывай. Давай, работай веслом. Опа. Да, блин, что ж ты застрял, скотина такая. Давай, разгончика дадим. Угу. Работает техника. Так, моторчик бы сюда приделать, вообще бы классно было. Это у нас, напоминаю, свободный заезд. Ну, даже он играется, как по мне, намного круче, чем в каяке. Вот реально. Там просто, ну что, плывешь, любуйся, да? А тут, блин, уже это, усирайся. Кстати, вон самолет летит, смотри, полосы оставляет. А тут плывешь, надрываясь. Прям захватывает эмоции самого, блин, начала. Ты смотри, да твою маму. Я задом почти плыву, бочком работаем. Так, опа. Веслухой отодвинуться. О, пошел, дорогой. Пошел, как говорится. Ну-ка, идем. Бля, тут даже есть развилка, можно пойти по той тропой, да? А можно вот этой. Ну, в принципе, нравится мне все. Пока что только не нравится, что я практически задом плыву или боком. Как это выравнится? А, во, нужно соблюдать крен, не забывай. Бля, карасик плавает. Эй, карасик, плыви сюда, дай тебе веслом. Осушу, так сказать. Ты, бля, блин, я может его реально поймать, может, да ладно, фиг с ним. Не до карасей. О, окунек поплыл. Классно, можно тут рыбачить, прям остаться на рыбалку. Ля-ля, их тоже понесло, ля, их там калашматит об камни. Круто, даже рыбу несет. Блин, вот самое крутое, опа, развернуло практически. Самое крутое в этой игре, так это вот это вот жесткое течение, пока менюки проплыл. Эй, козочки, привет. Это точно козочки? Да, это какие-то горные козлы, короче. Они нам не товарищи. Ля, рыба меня сопровождает, со мной плывет, да? Круто. Так, погнали. Ага, выровняйся. Что-то как-то не пойму, то ли я так, то ли я сяк. Как оно там? Опа, жесткий спуск, смотри-ка. Занырнул. Аж почувствовал вкус вот этой вот соленой воды на зубах, понимаешь? На губах вот это все почувствовалось. Надеюсь, это вкус воды, точно. Ладно, опустим этот момент. Погнали дальше смотреть. И смотри, что мы наблюдаем. Да выровняйся ты, собака. Скотина, выровняйся ты. Че ты елозишь в этой байдарке? Кстати, где мое туловище? Где я? Где мои ноги? А, вот же они. Они в реале. Так, кстати, замечать начинаю, что горы сменяются снежные. Сменяются на действительно эти, спринговские. Ну, то есть весенние. Спринговские пошли горки у нас. Да, все работает. Как по-настоящему. Спускаемся вниз и потихонечку... Я вижу, наблюдаю, как страшно. Ты смотри, как в детстве, блин, когда вот это на санках ездишь. Ты понял вот это вот чувство? Ай, ты, блин, страшно. Развернуло практически. Ай, ты, блин, нужно работать. Блин, я уже уставать начинаю, блин. Что так жестко прям? Не, вот это классно. Игрушка дарит вот эти ощущения.
как в реале, прям, как будто вот это. Ах ты, блин, ах, как жестко, ах ты, бой, по камешку проплыл. Ага, работаем, работаем, работаем. Ага, выплыл, ох ты, на сушу стал. Сел, сел на мел, на мель, на мел сел. Да, жестко, жестко. Так, а тут уже все. О, это, тиховодье у нас, да? Тиховодье, вот тут уже просто плывешь, да, гребешь. Фух, надо отойти от этих жестких течений. А немножко покайфовать, порелаксировать. Вот там эти воздушные шары, течения, водопадик. Ну ты смотри, прям графичка радует, радует. Ну-ка, прям в лицо тебе, смотри, течет вот эта вода. Холодная, горная, прикольная. Классно, ощути вкус гор. Вот это классно на самом деле. Не, мне игрушка... Опа, ну тут, видишь, о, вот это вот косячки, наблюдая некоторые, на первые косячки пошли. В текстурах весло, опа, опа. Не понял, точно? Да, проваливается. Это хреново, ребят, но оно вроде отталкивается от этих камней сраных. Но проваливается там. Ну, возможно, подлатают потом, придадут упругость камням, так сказать. Что за хрень, почему она там проваливается, как в воде. Наверное, это все-таки профиксят потом. Ну, то, что имеем сейчас, меня уже радует, честно. Я ожидал худшего. Мне так расписали эту игрушку, что совсем говнина. А нет, водичка прикольная. Окружение тоже у нас... неплохое. Ага, ага. Опа! Опа! Опа-опа! Если сюда добавят мультиплеер, то это вообще будет огнище. Потому что в каяке он есть, но там он никакой вообще, не какушка. Там типа, ну вы помните, наблюдаете за силуэтами призраков других игроков, которые проходили когда-то раньше там, да? И типа вам их нужно обгонять. Ну такое себе. Интересно в реальном времени рубиться, понимаешь ли? А такого там нет. А тут если добавят, то это вообще, я бы так сказал... будет претендент на игру года в своем жанре. Вот так вот, да? Потому что я... Опа! Маленький порожек. Потому что, если честно, думал, лучше каяка уже... Да и не будет ничего. Ну, типа, он графонистый, прикольный. Знакомить с ним только это, новичков в VR. Ну, вот, насчет знакомить вот с конкретно с этим каяком новичков, я бы, наверное, не стал, потому что жестко спускаюсь, а тут иногда вот эти жесткие завихрения, жесткие спуски, меня самого аж немножко это, начинает того, всего делаться. Вот сейчас жестко будет, вот предчувствую прям жесть какую-то сейчас. А ну-ка. Просто я опытный, понимаешь, байдарчик. Нет. Ах, уже финиш считай, пришел. Опа, блин, классно. Давай, выравнивайся. Опа, балансю, смотри. Оп. Ну что, пришел, так сказать. Фух. Так, ну что, ребят, заценил я, значит, демочку. В бесплатной версии есть только вот эти горы весенние, зимние, так сказать, да? Можете попробовать сами, абсолютно бесплатно, скачать, поиграть. Мне, в принципе, зашло. Я ожидал, если честно, ну, худшего от игры. Да, есть вот такие вот косячки, что весло проваливается, вон оно в кайке проваливается, под земелькой проваливается, да? Ну, блин, ну, эта игрушка реально дарит вот эти ощущения, когда вот эти гонки на виражах, прям вот эти, понимаешь, вот это спускаешься, балансируешь, гребешь. Ну, подкупает вот это вот меня лично. Поэтому, не знаю, наверное, советую и вам попробовать самим ощутить вкус высоты, так сказать, горного полета, горного течения, вот этого всего. В общем, подписывайтесь на канал. До новых встреч, ребят. Покедова.